Я хочу выразить соболезнования. Примите от меня сердечные соболезнования семье, близким Владимира Абрамовича Этуши. Он в моем сердце. Я пытался, сейчас уже про истечение многих лет, после того, как я с ним встречался в Щукинском училище, и мы тогда сделали с профессором Паламышевым Александром Михайловичем целый курс для раскрепощения, снятия стереотипов, зажатости для молодых актеров, который поддержал тогда Этуш. И он в моем сердце, в памяти моего сердца. Я хочу пособолезновать и сказать вам, сил вам, сил вам. Жаль, что мы с ним не встретились сейчас в нашей школе «Человек будущего». Я хотел показать эти приемы новые для того, чтобы сохранить нам этого бесценного человека с богатейшим опытом и с творческим опытом необыкновенным, сохранить, продлить ему творческое долголетие. Жаль, что мы не встретились, но сил вам. Если что-то от меня нужно, если что-то нужно от школы Homo Futurus, мы всегда вас поддержим. Всегда вас поддержим. Обращайтесь к нам. Пусть земля будет ему пухом.